Доброе утро, благословенный. Всех приветствую на духовном завтраке. Вот такой я вот сижу в машине, в халате, ездил в тайную комнату свою. Молился. Молился за молодежь. Этот месяц у нас в церкви объявлен пост и молитва за следующее поколение, за молодежь, за детей, за подростков. Однажды к Иисусу приходили дети, и ученики не пускали их, потому что думали, что они мешают учителю. Иисус же говорил: нет, пустите, пускай приходят, ибо таковых есть Царство Божие. Сегодня время такое, знаете, мы бы и рады, чтобы дети-то к Иисусу пришли. Так вот, что-то дети-то сильно-то и не хотят. Смотрю на церковь, на свою в том числе. Вот, думаю, вот мы сейчас состаримся, пойдем на небеса, кто останется? Кто встанет за кафедру, кто встанет за музыкальные инструменты, кто возьмет служение? Сегодня этот мир предлагает подросткам, детям очень много такого, то, что им нравится. Интернет, телевидение, радио, обложки журналов. Все говорят одно: живи ты для себя, проживи жизнь так, чтобы искры летели. И сегодня молодежь, она обманута, она выросла в таком поколении, где блогеры и всякие разные СМИ создали такую иллюзию, что можно жить и не работать. Что можно классно ездить, отдыхать, тусоваться и вообще ничего не делать. Быть блогером, вкладывать какие-то инвестиции, получать какие-то дивиденды, какие-то акции или еще что-то. Вот все об этом мечтают. Сегодня не мечтают они быть токарями, плотниками, сварщиками. Пасторами даже никто не мечтает быть. Что говорит молодежь? Сегодня девушки-то. Я когда был в свое время на реабилитации, все сестры хотели замуж за пастора выйти. Сегодня никто не хочет за пастора замуж выйти. Все хотят за бизнесмена замуж выйти. Это вот что? Влияние этого мира. Нам сегодня надо быть как-то ответом тоже, противовес как-то, противостать этому всему, какой-то ответ дать, чтобы подростки, молодежь, чтобы им было интересно. Знаете, я все-таки думаю, что самое главное нам быть настоящими с вами. Такими, какие мы в церкви, такие дома. Что зимой и летом одним цветом. Чтобы ребенок, ну, наш, например, да, в семье, которая растет, он не видел двойственности, чтобы он не видел двуличия какое-то, двоедушие, чтобы он видел родителей точно таких же, которые они в церкви, и такие, какие они дома. Чтобы ребенок понимал, это все серьезно, и это все по-настоящему, это не игра. Когда сегодня дети видят обратное, они вырастают до определенного возраста и говорят: я не буду ходить в церковь. Мне не интересно, я не хочу притворяться. Так что давайте будем следить за собой. На самом деле мы отвечаем стандартам тем, о которых сами заявляем, о которых проповедуем, о которых учим детей. Что видят они, когда смотрят на нас? Нам надо быть с вами им авторитетом. Если мы сегодня не станем им авторитетом, то найдется тот, кто станет. Упаси Бог, в общем. Благослови тебя, Господь, будь настоящим. Аминь.